Государственный секретарь республики Гульшара Абдыкалыкова прибыла в Западно-Казахстанскую область. Визит продлится 2 дня. Сегодня госсекретарь приняла участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти жертв политических репрессий. Родину на казахстанской земле обрели представители 62 этносов, среди которых свыше 21 тысячи корейцев, и более половины из них нашли свой дом в Приуралье. В ходе поездки Гульшара Абдыкалыкова ознакомится с проводимой в регионе работой по реализации гендерной политики. Запланировано, что госсекретарь посетит Букей-Ординский и Сырымский районы. Все подробности у Асель Русалиевой. Акция памяти началась с минуты молчания у монумента благодарности казахскому народу. В годы репрессий в Казахстане обрели свою родину представители 62 этносов, среди которых свыше 21 тысячи корейцев. Более половины из них нашли свой дом в Приурале. Наша династия, династия Ким, 5 поколений этой династии живет, трудится и умирает на территории западно-казахстанской земли. Начиная от моего отца, и мы гордимся этим. Казахский народ, казахи проявили высшую степень толерантности, высшую степень гостеприимства, высшую степень души, можно даже так сказать, делясь последним куском хлеба, делясь своим углом, проявляя заботу о людях разных национальностей. И сегодня мы с гордостью все говорим: да, мы народ Казахстана. Государственный секретарь республики Гульшара Абдыкалыкова напомнила собравшимся о страшных последствиях репрессий. В период с 1921 по 1954 годы жертвами тоталитаризма стали почти 4 миллиона человек, в том числе 103 тысячи казахстанцев. Четверть из них были расстреляны. Пострадал самый цвет нации – казахская интеллигенция. Своими исследованиями о роли национально-освободительных движений в истории страны ученые делились на международной научно-практической конференции. Ни одна страна в мире, ни один народ не испытывает такого излома демографической ситуации и не стоял перед угрозой полного исчезновения, как казахский народ. Мы выстояли, помогли всем невинным жертвам сталинизма, добились своей независимости мирным путем, объединив вокруг себя все этносы и конфессии. В ходе поездки по региону Гульшара Абдыкалыкова провела выездное заседание Клуба женщин-политиков. Госсекретаря интересовали вопросы трудоустройства женщин, их участие в развитии бизнеса. Чтобы ознакомиться с ситуацией лично, Гульшара Абдыкалыкова посетила Букей-Ординский и Сырымский районы. Асель Русалиева, Балажар Гасов, Канат Махмутов, Уральск.